бережет на лед. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Прекрасная мысль. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хренову тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, что купил ее? Меня достало все это, чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Твоя мама, ты была права. Мамочка тебя не слышит там в аду, так что заткнись. И кому от кого нужно было держаться подальше, я бы поспорил. Ну, а теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. Черт, приснится же такое. Опять снилось, что ли, поверхность попала. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Смотри-ка, кто ты такой, чистюля? Под ноги смотришь, наследил тут, а убирать кто будет? Вот я в тебя, Харри, в грязь тмакнула. По договору наши станции проваливай, будут Артём. Также совместно действовать в вопросах торговли, связи, ресурсов и так далее. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, па. Извини, я больше так не буду. Вот, посмотри, мы нашли. Подари себе пистолет! Заставь себя уважать! Уничтожает все живое лучше спирта! И не оставляет похмелья! Просто огнемет! Давай, вставай, скотина пьяная! Артем, Артем, может быть, я? Ты-то еще не женат, наслаждайся, чувак! И карандаши, можно? Ты кто? По рукам. Ты кто, дурочка? Слушайте, сколько можно синячить? Патронов не надо? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана! Все потерял. Как? Как это могло со мной случиться? Давай, двигай! Весь... Господи, с алкашом ведь живу! А мне зачем жить? Я сам пойду, потому что я гордый. Все правильно сделали по инструкции. 15 жизней. Можешь теперь эту инструкцию засунуть тому, кто ее писал. Копыта, пенячи копыта, пальчики оближи. Где-то посередине этого межтуннельника что-то за этот канат как дернет. Мы зовем замыкающего. Ты че, Артем? Привет, ты че, блин, туннель с пустыми руками? Так что с этим новичком? Дуй вооружение, ты барахлись как следует. А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становятся.
Эй, Артём! Ни черта не так. Тебе оружие есть нужно? Люди, давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Стреляй короткими очередями и...